Всем привет! С вами Сулдоты! Это самое высшее звание в истории Доты и человечества всей Руси. Генератор мира. Контент на моем канале. Кроме того, что у нас будут гайды и еще какие-то уникальные видосы по Доте, у нас еще будут летсплеи. Многие просили летсплеи, как это было раньше на старом канале. Да. У нас будут летсплеи. Я решил даже сделать таким образом. У нас... Ну, сейчас мы начнем тогда, подожди секунду. Вначале... А, ладно. Как мы сделаем? Я буду делать летсплей по прошлому герою. Например, по Селарку. Это будет честно. То есть, смотрите. Во-первых, я не откажусь от формата гайдов 10 минутах. Я считаю, это самый идеальный формат гайдов. Потому что он, в первую очередь, дает вам только информацию. Но не развлечение. Если вы пришли за информацией, получайте. Но мы еще будем делать отдельный летсплей на того же героя, и я вам покажу эффективность этого гайда. Профит. Ну что ж, на летсплее мы будем расслабляться, я буду кайфовать, так сказать, и отдыхать. Без напряга буду играть, будем собираться точно так же. Но я максимум могу случайно что-нибудь купить не то, если я забуду, потому что у меня память, знаете, такая дрявенькая, как у Саши Грея. Ой, вы поняли, короче. Играть мы будем без мата. Я буду вырубать чат игроков по одной причине. Не так давно, вы помните, да, по закону видеоблогеры приравнялись к СМИ и запрещен мат. Но пока только ругают за мат голосовой. Но я предвидел этот, и я предвижу следующее. Я буду теперь делать так, чтобы моих видео не было и печатного мата. Понимаете, это очень важно. То есть, чтобы люди не писали мат, а они будут писать. Вы знаете, что в Доте все матерятся практически постоянно. Друг друга усирают. И чтобы потом не было проблем, я сделаю таким вот образом. То есть, в моем видео не будет мата никогда. Делаем все то же самое, что по гайду. Я, если правильно помню... По-моему, так было, да? Ну, немножко могу напутать. Да. Кстати, еще я... А, ну да, видите, пикают у нас теперь тысяч минера. По-моему, было обновление совсем недавно, или это просто я скачал недавно? Че, вы втроем что ли идете? Ну, гоу четвером, топ, ладно, пойдемте. Да, у мата у нас вообще прикольно у нас, раскачка будет. Я не знаю, куда ты сейчас пошел. Да я шучу, я же не ДЦП. Конечно же, мы не пойдем в топ, но я говорю, я не понимаю вообще их логики, зачем они все идут в топ. Кстати, Тэтчер, он потерял время. Он потерял кучу времени уже. Я не знаю, что он хочет. Я скажу так, что я сейчас пару игр сыграл, разомнялся, да? Хорошо поиграл, затащили. И там против нас играли Тэтчеры. И, по-моему, за нас один раз. От них толку минимум, честно скажу. Просто минимум. Кстати, плюс в том, что он играет за нас. То есть нам не нужно бояться мин. То есть от них толку минимум. Да, сейчас я переделаю раскачку, раскладку. Не знаю, тиммейты взрывались на минах, я не раз, но потому что, видите, я играл с Тэтчерами. Сколько, наверное, года 4 назад, прикиньте, 4 года назад я еще видел в первой доте. Ладно, мы стоим соло, да, это не очень приятно, я не люблю, честно говоря, стоять соло на сложных лайнах. Играет против нас, видите, да, это чит-герой, Булсикир, ну, нам здесь не дадут нормальной жизни, сами видите, да, не дадут. Просто не дадут. Он будет воровать у меня. А, он хилился. Вообще бред. В чем смысл первым скиллом качать хилку? Вот дауна. Да, они будут наглеть, само собой. Ну, доминирование и все дела. У нас хилка есть. Здесь, конечно, я не подойду никак. Просто никак. Будем стоять, ждать. Он уже будет, видите, кидать скилл свой, да? Ну и мы тоже немного покидаем. Мы зайдем. Немножко подамажили. Ничего страшного. Ну, видели, подамажили. Ну, огрызаться я буду тоже, конечно. Я не могу просто стоять и смотреть на него. На агрессию я буду отвечать агрессией. Кстати, дебил промахнулся скиллом. Как ни странно. Но это, я не удивляюсь. Ну, плюс в том, зато мы стоим соло, у нас быстрее поднимется левел. То есть мы можем, в принципе, даже не фармить. Неважно. Самое главное, чтобы у нас поднимался левел. Ну и давайте похилимся по боля. Так старается, так потеет. Ой, бедненький, да. Ну, я думаю, у него долго мана не хватит. Хотя, говорю, они могут меня убить, конечно же. То есть он продамажит и сало кинет, сало. Ой, будет секир кинет сало, и все, и жопа мне будет.
Тем более он начал отнимать у меня хп. Ой, ну силы, хп и так далее. Тварь тупая. Но в любом случае, самое главное получить нам левел. Ой-ой-ой-ой, зря. Давай, детка, давай. Все, успел отрегениться. Но банка рули, сами видите, да? Чмо, ну чмо. Ладно, стоим на одном месте. Утипучечка. Так, осторожно. Раз. Я этого чмошника не боюсь, я говорю, я бы ему жопу разорвал просто на куски. Так, осторожно, не лезем, больно. Видите, я только зря лезу, теряю хп, конечно. Ну ладно, поднимаем левел, давай. Левел, самое главное, левел. О, крип, спасибо. Нет, не убили, еще раз пробуем. Раз, два. И нужно еще покупать итемы. Давайте купим тогда быстренько. Купим базилу. Ну и регенки еще купим. Все, базила нам пригодится в любом случае. Нам нужна будет мана. Кстати, мы по идее можем скинуть его воровство. Давайте попробуем. Я вот не пробовал просто. Своруй у меня говно. Давай. А, нет, не туда. Неправильно, ладно. Он меня кинул хилку. Я думал сворует силы. По-моему, мы должны скинуть воровство силы. Кстати, опасно. Ну-ка, скинем, давайте посмотрим. Нет, не скидывает, смотрите, да? Кто подумал, не скидывает. Ха, интересно, а? Ну ладно. Да, первый скилл, видите, он не все скиллы негативные скидывает. Ну, неважно, в любом случае. Мы стоим спокойненько, никто нас не трогает. Этого дебила кончается мана, он уже ходит с баночками, регенится потихонечку там. Минус в том, что фармить секира, это, конечно, плохо, да, я понимаю. Но что поделать? Они могут меня сейчас убить, кстати, я очень сильно поставляюсь, очень сильно. Тварь тупая, пошла сюда, шмара. Продамажим немного эту печиху. Нет, пока не будем рисковать, давайте пока регеемся, нужно ждать 6-й левел. Ох, то есть, смотрите, можно убить, можно. Давай, подеремся. Подеремся. Чему, а? Беги, псина подзаборная, обоссанная, шваль. Вы видели, да? А? Батька тащит? Даже при таком раскладе я мог его обоссать. Но я знал, что это шмара придет. Ну, я говорю, секир просто нулевой. Что с него взять? Просто ноль! Ладно, ждем, регенимся. Получим 6-й левел, у нас будет реген хп. То есть это будет вообще профит офигенный. У него уже скоро... А, у него 4-й нормально. Да. Ну, давай побегаем, тварь. Давай побегаем, дебил. Нам нужен только 6-й левел. Давай, детка, 6-й левел. 6-й левел. О, тихо. Все, он побежит до самого конца. Жопа мне, жопа. Давай, 4 секунды, детка, ну. Давай, уходи. Рак. Ну, убей. Ладно, мы уходим, нам нельзя подыхать. Ну, давай, детка, давай. Ну-ка, попробуй прыгнуть на него. Давай, попробуем. Кстати, он может меня убить легкую. Ну ты убей его, инвалид. Капец, забейте. Такой даун. Ладно. Да, конечно, ситуация. Не убили, прикиньте, да? С фул хп там, ой. На лоб хп эта мразь выжила. А он ровным счетом ничего не сделал. И мидер не помог, никто не помог. Ладно, в любом случае, давайте. Пойдем. Пошли, давай, детка, пойдем. Пошли, поиграем, красотка. Ой, раки. Вот, видишь, что такое игра соло? Я вот об этом вам говорил. Именно об этом. Они наглели, я наглел, они наглели. В итоге они обнаглели до полного, что аж пошли под вышку. Минус 2 в итоге. Поверьте, они сейчас заплачут. Так, собираем щиток. Слезы сейчас будут идти, у них капать будет. Кап. Кстати, секир, скорее всего, без сала. Я не знаю, как секир меня не убил, это вообще необъяснимо, но факт. Пойдем, убьем его. Прис, можем попробовать его убить. У нас появился 6-й левел, это хорошо. Опа.
Начинаем собираться потихонечку. Давай, детка, собираемся. Собираемся. Так, ну, видите, он, кстати, сыт соло. Пошли, пошли. Так, это ходит тупой этот минер, да? Мне он бесит реально, никакого толку нет. Никакого толку, он не мог один хп отнять. Ну, я знаю, конечно, что у минера очень слабая атака. Это правильно. Но все равно он мог его убить миной тоже. Так, все, не забываем, у меня есть теперь ульта. У этого дебила 5-й левел. Давай, Шмара, подеремся. Давай, подеремся, говна кусок. Все, уходим, уходим. Здесь мы уже ничего не сделаем. Ой, опасно, опасно, опасно. Тварь, кинул на меня сало, а? Ну чмо. Давай, детка. Ну, я не знаю, это просто забейте. Такие неудачники, это просто такие неудачники. А он может ливануть, кстати. Да, он сейчас может ливануть, то есть у него сейчас бомбанет пукан из-за того, что он такой неудачник, и он ливанет. Шмара. Шмара, опа. Так, пойдемте сейчас купим тапок, чтобы можно было убегать. Капец, ну они могли убить, я уже все, я был просто на грани, да? Так, у него сейчас может быть ульта у секира, надо быть осторожным. Опа. Опа. Ждем, пока порегенится у нас мана. Говорим, что ушла эта дура. Так, мне не нравится, что я не вижу секира. Это некрасиво, конечно. Во-во-во, там есть у нас руна. Так, у нас никто здесь банку не покупал? Нет, не покупал. Возьмем, давайте. Ну-ка, я могу, в принципе, попробовать развести его на ульту. Если у него есть ульта. 5-й левел. Пускай пока наш герой регенится. Да, он, да, у него нак. Кстати, можем попробовать переманить его. Тварь тупая. Так, ну-ка, давайте отойдем подальше. Ну-ка, я хочу развести его попробовать на что-нибудь. Ну, этого я точно разведу, я думаю. Стой, 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 стой. А, не надо, не надо. Ладно, развели, нормально. Все, порегенились более-менее. Лучше бы, конечно, пойти уже гангать кого-нибудь. Так, тапок у нас есть, это хорошо. Он поставил мины. Где он поставил мины? Вот они, мины. Если что, можно манить врага на мины. Опа. Так, кстати, сало. Ой, да, это такая жопа. Мы даже не сможем ультануть, кстати. Ой, как плохо. Если бы у него была ульта, они бы меня убили, кстати. Поэтому давайте тогда уходим отсюда. И лучше пойдем убьем. Кто-нибудь, скорее всего, может еще в лесу сидеть. Надо искать в лесах. Пойдем, пойдем, пойдем искать в лесу. Я уверен, кто-то должен сидеть в лесу. Где же? А где все-то? Двое внизу. А где еще трое? Так, вот он один здесь. Нет. Все, начинаем искать, потихонечку собираем дальше тапок. Вот он, вот он один здесь. Ай, больно. Больно, больно, больно. Давай, давай, детка, пойдем. Он сейчас сделает круг. Пошли, 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 пошли. Пойдем, пойдем. У-ху! О, ты, Вася! На, отлично, пойдем, пойдем, пойдем. Замедли как-нибудь, замедли его. О, красава! Вот это прыжок от батьки, а? Прыжок. Ну, стилить-то не надо, даун. Ну, вы видели, все рассчитал, до миллиметра. Ладно, все, обоссали. Так, все, прыжок у нас есть. На тапок у нас сейчас будет. Забираем вышку. Отлично, все нормально. Ну, прямо здесь давайте и купим тапок. Видите, у нас мало маны, реген 1.8. Поэтому, let's go! Пока купим такой тапок. Переключим. Ну все, дальше что мы делали? Нам нужно сделать апгрейд нашего колечка. Давайте купим. Оп, оп, оп. И идем. 164.
Так, давайте порегенимся немножко. Надо подождать, пока у нас появится ульта. Ну, в принципе, мана у нас все равно мало. Все, идем искать жертву. Пока у нас 1-0. Хотя, казалось бы, что даже... О-о-о! Давайте переключаем тапок, тогда на силу поставим. Нам нужна хпшка. Пойдем. Ох, мне повезло. Ох, спасибо, судьба, тебе за это. Дура! Инвалида кусок, бесполезный. Так, здесь хэкграунд, да, опасно. Я, если этого зайду, то на меня могут сразу секир кинуть ульту. Поэтому ждем. Хэкграунд, опасная вещь. То есть они могут стоять сразу 5 человек. Пошли. Давай, там торнадо, шнамаранда, давай, что-нибудь уже. Ну, хоть так, давай, детка, пошли. Хоть подпрыгнул. Ты меня все равно не убьешь, даун. Все, минусанули, лоха. Так, где-то здесь был тинкер, мне показалось. Опа. Так, все, собрали мы колечко. Ну и начинаем собирать шадон блюда. Вот здесь вот на кто-то есть идет. На мину, кстати. Как он так мину поставил, что никто ни разу не наступил? А, вот он убил, молодец. То есть он решил, короче, минировать чисто лес. И вот еще мины хорошие. Вообще хорошая связочка здесь лежит. О, я бы это говно хотел обоссать. Пошли, попробуем. Но у него, конечно, есть первый скилл. Он может мою атаку сбить. Давай. Далеко. Ох, попал. Но он сдохнет. Первый скилл рулит, господа. Вы видите, да? Я вам говорил про мой первый скилл. Ну, даун, просто ДЦП, ну, типичный омник, забудьте про хил от омника, забудьте, только стил. Во, пошли. Так, тихо. Ах ты тварь, нет, опасно. Ульту сейчас кинет, тварь, ульту! Надо туда бежать. А, все. Я не могу сбросить. Да, он убьет меня в любом случае. Без вариантов. Неважно, шел бы я, не шел. Чмо! Ну, я говорю, опять понапикали читерских героев. Как он далеко кинул, увидели? Отсюда, до сюда попал. Да. И на этом, смотрите, чудо. Стоит, да, он. Да. Суицид качал. О, какой суицид! Красава! Ой, красава! Ой, хорош! Хорош вообще! Дебил тупой. Все просто. Если вы ни разу не сделали нормально суицид, вы не качаете суицид. Качаете мины, да, и стан. Все, зачем вам суицид? Ладно, нас убили один раз. Я разозлился, поэтому пойдем убивать эту тварь. Пошли, иди сюда, чмо. Псина. Нам здесь бояться некого, они все нули, кроме одного. Ульты этого будут секира, все. Больше нам нечего бояться. Ну, ульта будет секира, такая читерская вещь, да? Читерская вещь. Что против нее сложно что-то сделать. О, видали, да, какая меткость у Феникса? Ну что ж, давайте все-таки накажем их за это. Пойдемте опять искать Буцикира, он кинет на меня ульту и что-нибудь придумаем. Ну, само собой, наш первый скилл не скидывает ульту, я уже пробовал. Это без вариантов. Опять смотрите. Ну давай, чмо, подеремся. А теперь так. И чё, тварь, подеремся давай? Давай, подеремся. Ну давай, первый скилл. На, ну. Отлично. Ну все, здесь меня убьют уже точно. Молодец. Какая польза от минера? Посмотрите. Какая польза от минера? Суицидик. Просто ноль. Это забейте. Ну,
Я вам скажу честно, когда добавляют нового героя, все криворукие дауны, да, которые ни разу им не играли, они будут его пикать. Буа. Вот он результат, смотрите. ДЦП бегает. Он мог здесь сделать суицид, и мы могли убить Феникса и Секира. Правильно. Он лучше сделает здесь суицид. Да, печально, что я вам скажу. Очень слабый игрок, очень слабый. Могли такие вещи понаделать, но нет, зачем. Мог стан сделать. А, все, а у тебя нету ульты-то, да, он? У тебя ульты-то нету. Я вам говорю, да, что секир нулевый, он без ульты вообще ничего не сделает, ничего. Самое главное, мы его убили, это очень хорошо. Но видите, плюс в том, нет, минус в том, что он, ему минус, да, что он не кинул сало. Тогда, когда он кинул на меня ульту, я ждал того, что я заюзаю... Тварь, сдохни, шмара. А у меня теперь есть ульта, я пошел отсюда. Давай, уходи, детка, уходи, уходи. Все, они бегут. Ну, само собой, он бы кинул ульту сразу. Ладно, все, нормально, я жив-здоров, давайте включим реген маны. Минусанули ложка. О, все, ульты этого лоха нету. Но мы там ничего не сделаем, конечно, их много. Когда будет аватар, тогда что-нибудь сделаем, а здесь уже нет. Все, пойдемте на мид немного пофармим. Самое главное, убили еще одного кэрри снайпера. Это хорошо. Кстати, они почему-то фармят восьмером. Я не знаю, зачем, в чем прикол. Хорошо, первый там есть, отлично. Пойдемте попробуем в дамаг. Не-не, не получится. Давай, Тинкер, выйди, выйди. Нет, не увидим. Ладно, все, идем на низ. Let's go. Опять же, тяжелая внизу ситуация. Я один ничего не сделаю, понимаете? Когда у нас 4 инвалида АФК, вот, раз, два, три, четыре. Я ничего один не сделаю. Все, подарили вышку называется, правильно, подарили вышку. А это, кстати, инвокер вообще ноль, просто ноль, забейте. Вообще, никакого потенциала я не вижу, просто забейте. Что это такое вообще стоит? Ладно, давайте немного пофармим, что нам еще делать остается. Кстати, по-моему, это кентавры, которых пытался убить снайпер. Кстати, ко мне идут, скорее всего, по-любому, я уверен. Да, вон она идет, мразь. Синяя чмошница. Прям бежит на всех парах, тварь. Ладно, пойдем сюда. О, какая красотка здесь, а. Самое главное, постараться нормально прыгнуть. Куда он ушел? Вон она, вон. А-а-а, Лотар, да? Так, секунду. Так, секунду, ко мне звонили. Самый... не вовремя, короче говоря. Самый неподходящий момент. Секир, секир, секир. Да заколебали, а! Извиняюсь, меня опять отвлекли. Давайте возьмем. Названивают и названивают. Что у нас по стате? 4-2. В принципе, нормально, потому что мы лейт. У нас еще не пришло время. У нас еще лейт не пришел. Поэтому я пошел. Па-бах! Не знаю, зачем он поставил две мины. В чем смысл? Две бочки. А, Лотар. Ну, блин, а. Мне кажется, где-то он пробежит, да, он не взорвет бочки, он даже не заметит их. Лотар, чмо. Лотар, а? Ну да, надо покупать пыль без вариантов. Просто без вариантов, эта тварь будет наглеть по полной. Чмо, ну вы видите сами, да? Тварь. Ну что, развернется, по-любому. Лотар, да, значит? Так, покупаем пыль обязательно, мы его убьем. Он не на того напал, я отношусь к тем людям, да, которые готовы купить. Какая наглая чмошница. Которые увидели Лотар, сразу покупают пыль. Да и какой наглый, а? Кстати, еще плюс в том, когда он кинет нас ульт и сало, мы сможем уйти в Лотаре. Это огромный плюс. Все АФК. Всем ссать. Ну просто говорю, все АФК, я не знаю. Омник, ни одной ульты.
Давай, мы можем... Я говорю, счет 8-17, офигеть. У нас огромная разница в счете, да, и при этом все стоят, ковыряют носу и пердят. Пойдемте снесем просто и все. Так. О, ДДшка. А это уже интересно. Во-во, пойдем. Давай, детка, пошли. О, давай, пробей, отлично. Пробей. Ульту кинул на меня, да, чмо? Ульту кинул на меня, ну и сдохни, шмара. Все, всех обоссу, всех. Трипл килл! А теперь тебя я должен обоссать. Нет, тебя я не обоссу, ты убежишь. Ну, все, делаем мы трипл килл, вы видели, пошел. Обоссал. У снайпера, скорее всего, не было латара, КД было. Но все равно, в любом случае, я бы успел. Да заколебали эти дуры. Ладно, срать, короче. Ай, не успел я взять куру, поэтому пойдем на базу. Все, let's go. Теперь мы поиграем. Кстати, когда вот здесь стоял секир, я думал, что он уже кинул ульту, потому что он так руки поднял. Я побежал на него, я думал, он без ульты. Не тут-то было, он на меня опять ульту кинул. Ну, всю игру, в принципе, так, да, кидает на нас ульту. Все, господа, у нас появился лотар. Пойдемте уже снесем это говно. Говно, снесем! А тебе нету ульты, дебил, у тебя ульты нету, да, он, пошли. Ох, молодец, нормально. Какой дамаг. Ну, секир уже все, потенциал. Здесь самый опасный, это секир, безусловно. Нет, он, по-моему, отменил ТП. Такой наивный. Прыгаем, первый скилл дамажит. Да, он где-то здесь прыгнул. Вот он. Ну и чё, дебил? Ну ты сдох. Ну я тебя поздравляю с этим, да, молодец. А, тихо. Больно. Давай, бьем. Молодец. Дно, саное дно. Уходим. Как он за мной бежит, нечестно. Ага. У-ху! Догони меня называется. Нормально. Вы видели? Вы видели? Меня инвокер кинул. Вы видели? Я бил яйцо. Инвокер спас свою шкуру, кинул меня. Это не человек. Я не знаю, что сказать. Кинул меня, просто кинул. Я до конца бился, да? Ну ладно, что ж. Ну, черта мышки, что сказать. Ладно, все, ждем. Давайте, подождем. Я хочу купить, давайте мы купим вот это. Все, опа, видели, да? Тинкер кинул ему первый скилл, все, одни промахи пошли. Фундайвинг левая, да, господа? Ну, заслуженная победа. Я вам говорил, такое часто, тем более, когда я играю за Соларка, такое очень часто, что враги не выдерживают и левают. То же самое была игра, где я там играл против Спектры. То есть остальные враги убивали, да, а я стоял на лайне опять соло против Спектры, там еще пак был. 4-5 раз убил Спектру, все, лив. Ну все, сами понимаете, что игра на этом заканчивается, к сожалению. Они все ливанут, пыль у меня есть, отлично. Лотар врубаем, поехали. Давай, детка. Давай, пойдем. Ах ты чмо, я тебя не остану. Ты сдохнешь в любом случае. Нет, не пойдем дальше. Он сейчас развернется, смотрите. Тварь, а. О, все идут. Вон они прям все бегут. Уходим. Опасно. Че, будем драться, не будем? А че опасно, я забыл, у меня аватар есть. Пошлите, гоу. Давай, пойдем, бьем до конца, геймик, все. Нормально, пойдет. Давайте опять переключим тапок. Не надо, пожалуйста, не надо. Нормально. Ну сейчас Омник уже что-то старается вроде помочь, да? Я одобряю. Во, дай мне тапок. А, нету тапка у тебя, да?
Так, смотрим, что у нас здесь происходит. Опять у нас мало маны. Я просто, видите, люблю, когда у нас фулл МП. Вот снайперу повезло, да, что не получилось мне допрыгнуть до него. Он почему-то меня увидел. Скорее всего, здесь стоял вар стоит, скорее всего. Они поставили против мин. Где-нибудь здесь вард, и он увидел, когда я бежал с помощью аватара. Давай, секирки. Не забывайте, что если секирки кинет на сало и ульту, у нас будет работать итем. Мы можем уйти в аватар. Нам вообще будет пописить на него. Поссать. Ну и давайте первый скилл и забираем. Уть! Чему наглое? Мне бесит. Во-во, пойдем. Ой, какое плохое место, а. Блин, пойдем. Ну давай, секир, давай. Он не побежит. Ну чему, а? Не могу попасть. Далеко. Видите, деревья очень сильно мешают. Я не могу просто попасть. Надо все деревья здесь повырубать. Давайте. Плохой был замес. Плохой. Ну, просто вы видели, да? Начался замес здесь, что я не мог подойти. Я хотел убить кого-нибудь. Ладно, ждем. Давай. В деревьях ждем. Выйди. Ульты у него нет. Только не бросайте меня одного. Сейчас снайпер придет опять, да? У нас есть чем палить, но минус в том, даже если я его спалю, они по-любому будут толпой ходить. Пошли, давай, танкуй. У тебя аватар? Это все итемы? Офигеть. Ну что-то как-то для алхимика не очень. Так, что-то я чувствую. Ну-ка, давайте постоим здесь вот на хэдграунде. Когда мы стоим на хэдграунде, да, то... Кто стоят внизу, они нас не видят. Это очень важно. Он может просто подойти, начать фармить спокойно и не знать, что мы здесь стоят 5 человек. И тут-то мы сделаем шпили-вили вася. О! Снайпер. Пожалуйста, давай, детка. Давай, мразь. Только не уходи в лотаре. Давай. Удар. Опа. Без вариантов, конечно же, без вариантов. А, там еще тварь. Он сейчас ливанет. Кстати, он еще не ливанул, подождите. Сейчас снайпер должен ливануть. Он должен расстроиться и так далее. Ну, снайпер, ну давай же, а. Так, здесь где-то был Тинкер. Я его увидел, но он как-то быстро ушел. Наверное, передумал идти. Хорошо, ульта у нас есть, идем дальше. Тинкер, давай, прыгни сюда, прыгни, швара. Вот он. Он где-то здесь, он внизу где-то ушел. Давай. Где ж ты, мразь? Нет, он вверху. Если я не иду сверху, значит он тоже был вверху, тварь, а. Не, ну так еще сложно найти его будет, куда он прыгнул. Ну и посрать. Фармим. Так, ну тварь. That's right. Ну чему? More like it. Я хочу поймать эту бичиху. Видите, мы теперь спокойно первым скиллом фармим, да, проблем нету. Okay. Все, отлично, давай, детка, дизолятор. Давай, пойдем, дизолятор. А вспомните, какое было начало? Как всегда, в принципе, да? Два плохих человека наглели по полной, да? Унижали бедного Сларка. А какой был зомби? Вы вспомните. Ой, какой он был крутой. Ох! Первый скилл кинет, второй. Ох, какой важный, отважный. Ой, кто нажал? О, все, тебе жопа, говно. Тебе просто жопа. Удар нету тебя. Опять состилили? Ну давай. Ой, туда прыгнул, ну ладно. Вы видели, да? Он кинул меня лазер, я отменил лазер с помощью первого скилла. Так. Сейчас попробуем сделать разбег. Смотрим, что у нас здесь есть. Попробуем поймать рыбку.
А нет смысла, когда он делает ТП, я уже говорил в гайде, да? Давайте врубим пока ульту, чтобы нас ничего не дамажило. Да, само собой, он уйдет с помощью ульты. Ой, шмара обоссанная. Ну, да, да, что поделать, я зашел слишком далеко. Ну вот вы сами знаете, что там гикер просто нулевой, он абсолютно ничего не сделает, вообще ничего не сделает. Он никогда в жизни не затащит, никогда. Если хоть бы раз я его здесь поймал, он бы уже дохший валялся. Да, моя ошибка, что я далеко зашел, далеко. Ну неважно, 10-3 тоже хорошая стата. Теперь смотрим, что собирать дальше. В принципе, ага. У них, да, много... У них есть дамаг. Ну, можно спокойно собирать, например, баттерфляй. Я уже говорил, тоже в гайде. Довольно хороший итем. Давайте будем собирать через ловкость его. То есть, начиная с этого итема. За 3300. Дайте, я хочу пойти подраться. Давай, давай, бей, бей. Очень долго он ставит свою бочку, очень долго. О, инвокеры увеличивали дамаг. Бей, 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 бейте и не сыте. Так, давайте быстренько делаем ТП. Убили, да. Заметьте, как неправильно играет Феникс. Да, я говорил в гайде на Феникс, что в идеале, да, его яйцо не должны ломать. Заметьте, мы постоянно ломали всю игру яйцо Феникса. То есть это говорит о том, что он неправильно играл. Пошли. Он играл неправильно. Конечно же, если мы будем забегать под вышки, да, под фонтан, нас будут убивать, это логично. Там и наш аватар не поможет ничем. Оп, оп, оп. Дамаги у нас вообще море. Опс, опс. Тем более благодаря, да, изолятору. Давай, давай. Давай, детка, пойдем, 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 пойдем. А, все, сходили. Так, нечем палить, нечем палить. Нечем палить. Нечем палить мне, нечем палить. Я не помню, я говорил, нет, что я музыку слушаю. То есть у меня, получается, наушники, микрофон вставлен в компьютер, а наушники, да, вставлены, ну, разъем наушников. Вставлен смартфон. Там играет музыка, я слушаю музыку. Прыжок. Так, сейчас, секунду. Пока он дерется, я сейчас секунду отойду. Так, пошлите, подеремся. Я готов делать нагибе. Дайте мне жертву мою. Ну все, мы собрались прям именно по гайду, да? Ну я считаю, все идеально. Третий скилл это у нас не уникальный модификатор. Фу! Да, да, да. Ах ты чмо. Ну давай, чмо, подеремся. Тебе вообще ни единого шанса нет. Давай, детка, живи. Бей, бей. Нет, 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 не успею, я не успею. Давай, братюня, живи. Так, 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 живи. Жив, 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 жив. А где? А, он ушел. Фух, вы видели, на каких соплях я выжил, да? Аватар, конечно, полностью решает. Он, я уже говорил, самый главный плюс аватара, да, он позволяет мне регениться. А там реген сумасшедший. И это нереально все решает. Все, смотрите, я фулл хп, фулл мп. Как будто я Аегис заюзал. О, какая-то бочка вылетела. Нормально. Ну, да, секир бы не убил. Ни меня, никого. Все, отлично. Так, я хотел бы... А, еда! На, мразь, теперь ты, шваль. У нас есть аватар, не забываем. Ты, шваль, сдохла. Все, давайте, я думаю, надо сходить, короче. Где он поставил томп? Он, наверное, в лесу поставил. А, вот он. Пошли, побьем. Кстати, Тима тупая, она никогда не бьет томп почему-то. Я не знаю, почему. Пойдете сходим, а купим итемы. Ну, нужно собирать баттерфляй. Мало ли там, может они решат победить. И
бежим, бежим. 5000 голды, ну, нормально, 5000 голды, в принципе. Давай, 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 давай. Покупаем это. Все, больше мы ничего не купим. Все, у нас сколько? 250 атаки. Давайте, я хочу драться, не ломайте. Let's play, let's play, let's play, ушка. Опа, опа, опа. То есть, если вы не смотрели мой гайд, вот вам гайд. То есть, я сыграл полностью по гайду. Если хотите тратить время, да, посмотрите гайд. Там 10 минут это все уложилось. О, давай. Нет, нет. О, живи, детка, живи. Ах. Да, это было очень больно. Уходим, уходим, уходим. Всю тиму нашу обоссали. Еле-еле выжил, а. Не забывайте, когда мы под ультой, нас, да, нас не могут бить, но они могут использовать скиллы. То же самое Феникс. Хотя на Феникса нам все равно, он нас подожжет, да. Но у нас будет работать ульта, например, то мы быстро будем регениться. То есть нам будет все равно на его огонь. Да, и нет, нечем мне пылить. Ну, пойдемте побегаем в лесу. Я убью секира, думаю, легкую просто. Во-во-во-во, мразь, давай, пойдем, пойдем. Попал. Окей, ладно, да, нечестно, нечестный бой, вас двое, я один. Опа! Кило! Surprise, motherfucker! А? Видите, я прочитал его мысли, что он хочет сделать. Он хотел посрать. Он хотел сесть в кусты и посрать. Но я ему не дал. Давайте мы, наверное, дособираем наш итом уже до конца. Опа, опа. Пойдемте сюда. Так, у нас слотов нету, да? Нормально. Здесь, видите, они не восприимчивы к магии, поэтому им посрать. Все отлично. Ну, давайте сходим тогда на базу, чтобы я уже шел фуловый. Скорость 497. Врубаем лотар. Скорость 522. Самая большая скорость в игре и в истории человечества галактики. Все, регенимся. 1600 хп. Нормально, нормально, нормально. Пойдет, давай. Мужики, дайте мне поубивать еще. Вот уже лейт. Вот теперь настал у нас лейт, и наш герой готов. Есть у нас лотар, дизолятор, баттерфляй. Пришло время лейта. Как далеко идти? Ладно, он сдохнет, я думаю. Да. Вот она, шваль, а. Я ставлю лотар на всякий случай, да, чтобы от его ульты защититься. Давай, шмара. Окей. Видали, да? Я спокойно аватар заюзал, и все. Бедный, бедный Блусекир. Что ты на лайне так наглел? В попу я тебя... Ой. Извиняюсь, это другая песня. О. А, нет, здесь он уже ничего не сделает, да? Не, смотрите, убили, молодцы. Нормально. Где враг? Не вижу врага. Ага. Все, скоро пронесут. Ну давайте уже заканчивать. Что мы здесь делаем? Можно пробовать сделать вот таким вот образом. Как медленно я иду-то, а? Давай. Опа, опа, опа. Нормально, нормально. Минусанули. Не забывайте, когда у нас работает ульта, мы можем спокойно бегать под вышкой. Нам ничего не будет. И можно сейчас сделать вот так. Ну все, всем спасибо за просмотр, вы сами видели, вот, гайд работает, собирались чисто по гайду, в начале игра была сложная, да нас убивали, ну, не, нас не убивали, нам мешали играть. В итоге они много, они еще и в скайпе, ну вот так вот. Так что, если кто-то говорит, что гайды не рабочие, ну, отрубите себе руки, голову и в окно выпрыгните. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Каждый день выходят новые видео. Всем пока.